проверочки. Где только через вешку можно помыться. Лестница с одной стороны. Кто? Мне уже второй раз выслали. Ващенко звонил. Подбежишь? Да. Ну все, он еще раз. Еще не выбрали. Повторник Игорь Барабаш. Нет, не выбрали. Не, запасные, а где те? Нет у меня. Я почему? Я же ей позвонила, сказала. Бассейн. Вместо комнаты бассейн. Вместо комнаты бассейн. Ну он же вообще предлагает, что я как-то непонятно приемся. Вот бы Виктория столько. Да. Что тебе такое? Ну, Виктория бы сильно... Да, я потому что не надо, я на тебя в этом году не сел. Клубники на лесах. А? Клубники, земляники. Да нету там ничего. Ничего там нет. Шишку только сейчас у щелка. А так ничего. Рыбу ел. Вот. Рыбу там. Бобры. Я тоже смеялся. Это нормально. Может, ни одного лося даже не застрелил. Что тут это? Ну, я. Жалко. Уточку ел. А ягоды там нет. Что, все желающие зашли? Ну, малина, давайте начнем. Царю небесный, утешителю души сыны, и живи сердце, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди все веселны, и очистимы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами, дабы мы не уклонялись ни влево, ни вправо, но следовали строго по окровавленным Твоим стопам. Тебе слава, ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Идем в традицию, да, читать успокоение. Начнем с того, что мы продолжим начатую традицию, хорошую традицию, занятия, короткие занятия по Слову Божию, которые инициировал, начал, предложил батюшка, отец Иоаким. Ну, если не возражаете, я присяду. Не возражаю. Ну, вот у нас два сегодня чтения было. Филиппийцам 2, 5, 11 и 1 Коринфянам 4 глава с 9 по 16 стих. Это по закладкам. Тогда давайте чат приведем сюда. Чат. Или как-то там что-то угомонились они. Пусть отдыхают. Вот сейчас больших приведите, а остальных угомоните. Там это. Ну давайте первое послание Коринфянам. Четвертая глава. Ничего не слышал. Первое послание Коринфянам, четвертая глава, с 9 по 16 стих. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Толкование.
Слова, свойственные человеку скорбящему, или лучше тому, кто хочет привести других в стыд. Как вижу, говорит, из ваших поступков одним нам, апостолам, положил Бог быть последними из всех и приговоренными к смерти, то есть осужденными, готовыми на смерть. В самом деле, из того, что вы уже воцарились, я могу заключать, что нам определено быть последними и как бы осужденными, нам, апостолам, то есть тем, которые столько перенесли страданий за Христа. Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не люди только смотрят на нас, ибо немаловажны наши действия, но и ангелы, потому что наши подвиги так велики, что стоят и стоят и ангельского созерцания. Ибо мы не с людьми только боремся, но и с силами злых ангелов. Вопросы? Комментарии? Брат Игорь Добунов, где у нас? Давай, брат. Ну, я только про нашу общину могу и про московскую патриархию. Больше у меня никаких про мыслей. Про нашу общину? Давай. Московскую не надо. По теме. Вот смотри. Ну, короче говоря, вот как луч солнца в темном царстве, как Данко выводил народ, кто помнит, Горький писал о таком человеке. Там не хватало немножко, чтобы народ вывести. Ну, все таки спотыкаются, он только один мог. И он вырвал сердце, и в этот момент все увидели, вот он выход. И вышли. Вот я считаю, то же самое, вот наша община среди этой тьмы, которая вековечная и дремучая. Вчера мама мне позвонила, и у нас начался извечный разговор. Чем их община отличается от нашей? В конце разговора она говорит, ну да, у нас общины, конечно, нету. То есть нету вообще никаких общин. И мнят себя героями, видя бой со стороны все. Они только... А у нас только епископ всегда призывает, давайте создавать общины, давайте создавать общины. Я говорю, так они везде призывают, и никто не может создать. Потому что община, это ты уже идешь наперекор всему. Уже ты начинаешь жить как ангелы. Вот, вот кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда? Когда мы находимся в общении друг с другом. Я говорю, вы как общаетесь? Они так общаются. Ранетки принесли, там морковки кто там принес, 5-4 бабушки, все. А у нас тоже книга есть записи, там тоже все записаны. Кто записан? Кто крестился, кто венчался? Я говорю, это будет вам осуждение, я говорю, на страшном суде. И теперь найдите хоть одного, кто венчался, кто крестился. Где они? Где они? В храм ходят? Все. Нет, не ходят. Я говорю, а у нас-то, говорю, записаны и ходят люди. Но тоже немножко покривил душой. Но не все, говорю, конечно. Многие уже не ходят. Особенно в субботу. В субботу такое впечатление, как будто община все прекратила свое существование. Да. Вообще никого нету. Всем, как говорится, по барабану. В Африке находимся мы, среди язычников. Долбил. Ничего нету. Пустота одна. Все у тебя, брат. Ну, у тебя, наверное, не все. Ну, ладно. 4 глава, 10 стих. Вот здесь мы сейчас прочитаем. Одна такая мысль идет по всей вот этим, по этому всему зачалу. И она в обличении к римской общине как раз наоборот получается. Давай, тоже надо. То есть обличается здесь община коринфская, а не наоборот. Мы это увидим сейчас из содержания этого послания. 10 стих. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Толкование. И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их. Тогда как апостолов били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемы и почитаемы мудрыми и хвастали, будто все это во Христе. Посему говорит, как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей? Нет, необходимо допустить, что или наш образ мыслей не во Христе, то есть апостольский, или ваш коринфский. Но мыслить не во Христе недостойно апостолов Христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. То есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью, немощью, везде называют искушение. Опять, вы славные и благородные, а мы в бесчестии.
все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой. Как возможно, чтобы мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо? Итак, очевидно, что вы не в добром состоянии. Напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно апостолов. Следовательно, вы не должны гордиться этим. Дальше, 11 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся». Толкование. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть. На то, как вы утопаете в удовольствиях, а мы совсем напротив. То есть нас бьют. Это говорит против надменных. То есть нас гонят, мы бегаем. Это против богатых. 12 стих. «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим». Толкование. Этим приводит стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И что говорит важнее всего? Мы не почитаем себя несчастными при таковых бедствиях. А из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды, это значит хуление, то есть жесточайшая обида, молим. То есть за хуление воздаем им словами кроткими и ласковыми. Это значит моление, то есть речь кроткая. За такое-то поведение почитают христиан безумными. Далее, 13 стих. Хулят нас, мы молим. Мы как сора для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Толкование. Что такое сор? Все, что выметается или стирается, как негодное. Так, если кто скверное что-либо стирает губкой, называют сором. Это же значит и прах всеми попираемый. Ибо попирать то же, что обратить губкой. Итак, апостол говорит... Мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за сор не только вы, но и весь мир, и все люди. И не какое-то время, но даже и до ныне. Заметь, каковым должно быть христианину. Заметь, что он обязан подвязаться до самого конца. 14 стих. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Толкование. Не к постыжению вашему говорит. И не злым и ненавистным намерением говорю это, но как возлюбленных детей вразумляю. И не просто детей, но возлюбленных. Простите же мне, если я сказал что и оскорбительное, ибо это от любви. И не сказал поношу, но вразумляю. Как же не перенес вразумление, как же не перенести вразумление отеческого? Толкование прочитали. 15 стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Толкование. Что же скажете вы? Другие разве не любят вас? Любят. Говорит, но не так, как я, ибо они наставники, а я отец. Итак, у детей, хотя один бывает отец, а наставников может быть много, однако их расположение к детям всех вместе гораздо менее в сравнении с любовью к ним одного, то есть отца. Так точно и между нами. Заметь, между прочим, слова «во Христе» приложил к наставникам. Наставники во Христе. Это для того, чтобы не совсем поразить их. Впрочем, хотя приписывал им наставникам более трудное, ибо такова должность наставника, но превосходство любви предоставил самому себе. Объясняя, каким образом он отец им говорит, при содействии Христа я родил вас благовествованием, то есть не себе вменяю это дело, но как многие между вами, но вменяю это Христу. Не сказал, я научил, но родил.
указанием на естество, показывая любовь свою к ним и то, что они самые близкие ученики его, как эту мысль выражает и во всем послании. И 16 стих, заключительный этого смыслового эпизода. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Толкование. «Подражайте, — говорит, — во всем мне, не мудростью, не богатством, не превозноситесь и не враждуйте против братьев, но полагайте и мудрость, и богатство в любви ко Христу и к братьям». Заметь доброту сердца. Он умоляет, а не повелевает. А предлагать самого себя в образец для подражания – это знак великого дерзновения. Закончили эпизод. О, еще рука, кроме Игоря. Брат, поднимай, вот, Сергей. Говори. Ну, да можешь сидеть. Давай. Значит, насчет гонений. Я тут приехал вчера с Горного Алтая, и сразу мне все друзья, знакомые видели, говорит, по телевизору ролик вышел о Роспотребнадзоре, о гонениях на лагерь. И сосед мой сразу, я сразу понял, это на вас гонение. Гонения, люди совершенно неверующие, маме моей звонят, подруги, все, видели сына твоего, там тоже в кадр попал. Посмотрел вчера этот ролик, до двух ночи там вчера смотрел, разбирался, читал комментарии. И люди, меня поразило, как бы вот люди и неверующие там пишут, и все, и выступление священника Кемеровского о том, что Игнатий Тихонович уже свидетельствует. И здесь тоже, значит, коринфяне, община, и были священники. И они считали, они ради корысти проповедовали это. А Игнатий Тихонович, ну и посмотрели-то вот эти вот, ну где там видно, что ради корысти все это надо делать. Такое убогое все, такое вот все ветхое, вот все вот, ну вот, ну... Наладан бежит. Все, и все, и люди-то неверующие это понимают. И здесь мы сейчас читаем все вот это вот, как вот было оно тогда в те века, так вот все сегодня и сохранилось, и на нас это все отражается. Если нет гонений, значит, что-то не так. Если они есть... Значит, мы на истинном пути, мы ссор для мира, нас гонят, нас хотят Роспотребнадзором закрыть, удавить, чтобы мы вот как вот бельмо в глазу не как занос. Нет, значит, вот а такие вот. Говорить, тут весь... так, я хотел спросить, кто бы прокомментировал вообще весь этот эпизод? Какое состояние духовное было Коринфской общины? Что хотел внушить им апостол Павел? Подражайте мне. Ну вот именно по тексту, брат, давай. И я опять про нашу общину. Про нашу. Ну ты про Коринфскую, про... Да, мы сейчас примем мы себе это, брат. Давайте, брат, давайте, братья, будем говорить про Коринфскую общину, про себя. Потому что Коринфская община — это как раз для пример для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Заметьте одно. Апостол пишет издалека. Он сидит, допустим, в Москве на интернете, а мы тут с ним переписываемся, с апостолом. И что было? Приезжает вот брат Никита. И там прошло какое-то время, я слышу там какие-то уже, что что-то он там недовольный, а потом он у меня дома осел зимой, мы с ним плотно вместе работали. Мы с ним целыми днями сидели нога к ноге, вот так, ухо к уху, и смотрели в этот компьютер. Он мне помогал. Помогал 3 месяца, мы с ним вот так сидели. И я ему там задаю вопрос, говорю, ну, как, когда ты был на Украине, ты понимал, куда ты едешь или что? Он говорит, вообще, говорит, понятия не имею. Вот он самый близкий, потому что он вообще в нашу общину попал. И он, будучи в таком состоянии, хотел с нами соединиться, он даже понятия не имел, куда он приедет. У него свои фантазии были какие-то. А что он попадет? Вот в такую семью верующих, у него, он даже и не мог это нарисовать себе, вы понимаете? Апостол Павел ездил и создавал такие общины. Он был один.
Вот Игнатий Тихонович отличается чем от апостола Павла? Ну а что произошло тем, с твоей общиной, брат? Тем, что он не ездит, он сидит на одном месте. А почему? Он нам говорил почему. Он говорит, я понял, что люди, люди скудоумные. То есть мы с вами скудоумные. Вот в одно ухо влетело, в другое тут же вылетело. И он решил с собой пожертвовать вот на одном месте. Он почему никуда не ездит? Он говорит, я тут вам-то говорю, и нету никакой подвижки. Но тогда было начало самое. И у апостола были другие силы, у него были другие ученики. Если он послал уже Тимофея, то Тимофей пойдет до конца. Он будет его подбадривать через послание, через интернет. Но он будет идти и делать то, что делал апостол Павел. Среди нас ни одного такого не находится. Вот и сидим все тут вместе. Квасимся, не квасимся, еще немного, и будем мавом. И тогда Господь тряханет. И разлетимся, если сами не пойдем на проповедь, не выйдем. Проповеди опять нету. Опять забыли, что такое проповедовать. Опять что-то там испугались, и какие-то удостоверения нужны. Ну, Господь нам это покажет, все удостоверения. И коринфяне тоже, вот все Игорь настаивает. Да ничего они не делали. Они только одним занимались. Кто выше, кто почетнее. И как бы апостола Павла устранить побыстрее. А я еще лучше, если бы он там где-то на чужбине загнулся. Вообще хорошо. Мы вообще победители. Мы в этом споре выиграли. И так и многие об Игнатии Тихоновиче думают. Не дай бог в нашей общине еще. А там-то со стороны все давно мнят. Побыстрее бы только ушел этот. Вот рассеется, говорит, Господь говорит, все... Сатана просил меня, чтобы сеять вас как пшеницу, чтобы мы не единым хлебом были, который батюшка нам приносит сюда, а чтобы рассеять, чтобы не было общения между нами. И почему так вот сердце, ну как, как-то, аж, как, знаете, как на горках, вот на этих, на колесе обозрения, на высоком, вниз уходит, зайдешь в субботу, никого вообще нету, ну вы что, как-то вообще это несерьезно. Немножко вспомните о Христе-то, что придется перед ним предстать. Все-таки община. Дружнее надо как-то быть. И с сестрам, с братьями. Видите, как написано? Братьев не надо осуждать там. Не перестаньте гнать братьев. А каких братьев? А вот единицы, которые были за апостола Павла. Остальные другим занимались. Кто на сторону блудника перешел, кто на сторону лжеапостолов, кто там еще на какую-то там сторону, там какой-то Симон, наверное, волх этот или кто там. Ну, короче, на все стороны попереходили. И очень мало было те, которые говорили, братья, надо же идти в простоте Христовой. А те, которые умные, которые богатые, им делать нечего, книжки читают, в компьютере постоянно сидят. Они, что вы там, это, что вы там лопочете? Голытьба. Нищие там. Голь перекатная. Вы нам будете еще указывать, что ли? Да мы-то больше знаем. У нас, глядите, какие друзья. И в прокуратуре, и в текстуре везде есть. А вы кто такие? А вот они, те, которые и нужны нам, они вот там. А сейчас бы ходили, проповедовали вот это, голытьба-то. Вот те, которые из Екатеринбурга, да из какого-то там непонятного еще Харьковщины приехали. Они проповедуют. А мы здесь местные, сидим дубками крепкими. Не сдвинешь нас. Правильно говорит, брат? Да, аминь. Но мы всегда должны помнить, что вот это то, что читаем... Священное Писание, оно не просто так написано, освещает историю чего-то, каких-то событий. Это к нам письмо. Это к нам послание. Не только к Коринфянам. Ибо Слово Божие живо и действенно всегда. Вот когда оно будет живо и действенно для нас, тогда оно будет эффективно, тогда мы будем иметь подвижки в своем пути к спасению. Для меня ключевыми словами вот из этого отрывка Священного Писания являются слова, когда говорит апостол Павел, что много у вас наставников. Нередко мы слышим от людей, которые ушли. Да я и без него знал, и без Игнатия знал об этом. Я читал Библию, я вот ходил в храм, я все знал уже. Да. Много наставников было, а вот рождение это было, если оно было, оно от одного было. Рождение. А когда оно было рождение? Когда мы горели, когда мы шли, когда мы проповедовали, когда мы собирались в субботу целиком, полностью общиной, там, вот на втором этаже. И Игнатий Тихонович боялся, что дом завалится. Вот тогда была первая любовь. Мы о ней помнили постоянно. А теперь закоснели в своих делах низких.
если это послание и к нашей общине, к общине, то если у нас признаки коринфской общины, общины, признаки, вот мы знаем, что Игорь прокомментировал, что были рождены от апостола Павла, были горели, и вот они стали надменными, привыкли к удовольствиям, к сытой счастливой жизни, и уже и Павел им не нужен, потому что они оперились, информацией вокруг овладели, уже я и так веровал. То есть есть ли признаки в нашей общине? Не надо отвечать, подумаем над этим. Переходим к следующему посланию. Просто если в нас это, и если это есть, как от этого избавиться? Ну давай, Варя. Ну, вот у меня мысль такая, там было, что проповедовали ради корысти. Обличение. Да. И было такое толкование. Вот. И я не застал те времена, когда был Саша Дмуха, но я слышал, что у него был дар слова, и ему даже какое-то вот удовольствие выплачивали в этом плане. Вот это вот как-то вот сходится с корыстью или... Нет, это не корысть. Поддержку давали. Ну, я поясню. Вот сейчас смотрю в интернете, ну, а это протестантские общины, ведутся диспуты среди протестантов. Так. Возникло такое так называемое, я до конца это не изучал, сейчас просто прикоснулся к этому, называется Евангелие благополучия. То есть вот такое направление есть именно в протестантских общинах. И разделились на две части. Одни говорят, что если ты верующий, ты, значит, должен быть богатым, ну не богатым, обеспеченным человеком, и при этом хорошие пожертвования должен давать, ну, пастырю. Вы слушайте. То есть, и там прям проповедники выступают и конкретно черным по белому объясняют, простите за каламбур, что... Если вы не жертвуете пастырю, если вы ему, ну, не помогли с квартирой, там, машиной, то и у вас не будет денег. А если у вас не будет денег, значит, вы грешники, все. Ну и все сводится. Ну и такие есть высказывания, что это напоминает выжимание денег из, ну, из людей. То есть из пастыри. То есть если раньше, допустим, в древности католическая церковь торговала индульгенциями, то есть это прощение грехов за деньги. То есть ты хочешь согрешить, заплати, и мы тебе простим. Благодатью торговали. И Мартин Лютер восстал против этого. То есть сейчас это как бы завуалированная форма торговли благодатью получается. Если ты не благословишь пастыря имуществом каким-то, то Бог тебя не благословит. А человек, ну, в простоте выслушал и поверил этому слову, действительно. Я же хочу, чтобы меня Бог благословил. А дай-ка я там еще что-то. И давай, несу деньги. И вплоть до того, что не буду называть там одного лидера, на слуху был, когда он создал банк, Сандей был такой. И вот туда люди несли весни, огромные деньги. В конечном итоге банк разорился, люди остались без денег. Брат, нам зачем это? Это вот на тему, что... Нам надо знать истину, которую Господь... Проповедь из-за корысти. Которую Господь нам заповедовал. Проповедь из-за корысти. Я сейчас просто компрометирую. Проповедь из-за корысти. Как было у коринфян, трудно сказать. Из-за какой корысти проповедовали. Ну, я думаю так, что действительно, каждый учитель мог грести под себя. И паству, и деньги. Людмила Степановна. Я просто хочу сказать по поводу того, что сказали на Муху Саша, что мы ему там, что какие-то деньги его обеспечивали. Да. Да ничего этого не было. Просто единственное, ему нужен был на проезд, чтобы все знали. Да. Не было. Мало ли что. Благовестие едут. Да, это вспоможение было ему, конечно. Так что это задал вопрос, такого. Что это было не это так совершенно. А корысти здесь не было. Не было. Филиппийцам 2 глава с 5 по 11 стих. Не о себе. А уже все, мы дальше. Тут общество ждет. Мы же смотрим на ситуацию. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцы. Толкование. Когда я забочусь о том, что для тебя полезно, а ты о том, что для меня, тогда не будет места ни тщеславию, ни распрям, ни чему-либо вообще дурному. Но будет жизнь ангельская и божественная. Как Христос говорит, будьте милосердны, как и Отец ваш небесный милосерд. И затем, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфея 11:29.
так и Павел, научая смиренно мудрию, чтобы больше устыдить нас, приводит в пример Христа, как и в другом месте говорит. Он, будучи богат, обнищал ради нас. 2 Коринфянам 8:9. Когда он указывает на Сына Божия, высочайшего всякой высоты, и так уничижившегося, кого из высокомудрствующих он этим не пристыдит? Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот такой принцип. Ну, вообще, это золотой стих его выделяют, как золотые стихи. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть, все золотое в Библии. Но это еще более золотое. Вот принцип какой. В вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. А какие были чувствования? Вот над этим можно подумать, прочитав все Евангелие. Одно, второе, третье. Как мыслил Господь. Что Он делал, как поступал. Мы же не... Да? Я хотел еще сказать, что... Мы говорим о тех общинах, которые не сохранились до нашего времени. Все-таки пришли войны, там, ну, сатана действовал, поэтому этих общин не осталось. Вот для того, чтобы община постоянно оставалась постоянно, ну, сказал же вот Господь Иоанн Златоуст сегодня, что нам даны еще не только земное понятие, но и небесное нам дано. Не тогда оно откроется, когда мы предстанем пред Господом, раз, здравствуйте. А сейчас все это открывается нам. Небесное, нетленное. Так вот, мы должны жить с вами так, чтобы наша община была нетленная и небесная, понимаете? Мы должны об этом думать постоянно с вами. И вот так должны общаться. В чем состоит наше общение? Постоянно меня тут критикуют некоторые, что я там что-то о священниках говорю. Там плохое, там ругаю их. Да главное у священника только одно. Знать в его общине, потому что он же пастырь. Кого он пасет-то? У него община должна быть. Он ее края должен видеть, этой общины, как любой пастырь. Он должен знать, проповедует. Вот они зашли и вышли, и пажить нашли, написано. За пределами общины нашли пажить. Он должен знать, нашли пажить или нет. И предлагать еще. У нас даже батюшка так не действует. Вы понимаете? Вот критикуете там или там это ругаю я, но так написано, апостол Павел так поступал. Он за пределами, это его пастырь, он за пределами далеко. И он интересуется постоянно ими. Он пишет, он через интернет, через те, как только можно, Филоне вот этой ходит. То, что сейчас у батюшки вот красивое, все, ой, как красиво. Это Филонь, это от дождя, это от ветра и дождя. Так передвигались, дождь начался, они этот капюшон чик подняли, и все, дождь скатился. Она из кожи была, тяжелая очень, попона. Без нее никуда. И он в ней путешествовал. А священники сейчас стоят в подражании апостолу Павлу. Стоят они. Что он передвигался и смотрел. Ну раз вы подражаете ему, подражайте тогда во всем. Чего вы одно одеяние-то взяли? И то неправильное. Вы тогда давайте, создавайте общины. Начинайте руководить. Да не просто так, а в простоте Христовой. Как вот он руководит. Как он так, чтобы со слезами учил 3 года с половиной. Учил со слезами, день и ночь учил, и ночью. Представьте, вот мы с вами остаемся до конца. Кто-то там заснул, дети там. Ну, сделали мы так, все, интересно. А тут стоит, ну, такой человек, которого приятно слушать. Как вот Игнатий Тихонович, ну, раз бывает, очень хорошо. И вот он стоит, и мы уже все, стой, давайте еще вопрос разберем. Давайте еще, всем интересно. И ночь наступает, там дети уже... Как они там, ну, видать, как-то обихаживали их. Там же и дети были. И всем было интересно. Все заслушивались его. А приходили специально учиться. И он ночью, до ночи. Вот это был характер у мужика, скажем. Настоящий волевой христианин. До конца шел. И были такие же рядом ученики у него. Где у нас это все? Только чуть-чуть закончилось, разбежались. Никого нету. Все, пусто. 1, 2, 3... Сестры остались. Сестры-то с каким характером у нас? Коня нас какого остановят некоторые прям. Молодцы. Дай Бог, чтобы это в духовном плане и нетленное было. Они прям примером должны для братьев служить. А братья какие-то такие, как малохольные. Как студень. Шлепни его такой.
Надо всех как-то зарядить, я не знаю чем. Сами себя подзарядите, что ли. Батарейки же заряжаете эти свои телефоны. Воткни себе куда-нибудь, зарядись энергией Христовой, нетленным духом. Все, брат, спаси Христос, зарядил. Правильно, правильно. Я встал, мне стыдно, что-то стало сидеть, думаю. Стоп, все, тихо. Вы скажете дальше, просто у нас все ждут, бабушки тут, мы же коротко, занятия будут потом, если останетесь, пообщаемся. Вот. Первое Коринфян было, апостол Павел показывал свой пример, как он живет, и говорит, подражайте мне, как я Христу. Мы это помним, да? Вот это запомним, этот момент. И обличал коринфскую общину, но обличал как любящий отец. Вот эту мысль мы запомним. Вот в этом эпизоде, который будем сейчас читать мы, здесь мы, апостол Павел рассказывает не о себе, а о Сыне Божьем. То есть вот этот стих первый я сейчас прочитаю, а дальше будет полностью расшифровка. Я буду читать, никому слова давать не буду. Извините. То есть много уже времени. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Мы прочитали. Но какие же были чувствования во Христе Иисусе? Дальше апостол Павел нам это будет рассказывать. Шестой стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Вот каким был Господь наш. Описание Господа теперь пойдет. Толкование. Исчисли. Сколько здесь низлагается еретиков. Маркион Понтийский говорил, что мир и плоть – зло, и что поэтому Бог не принимал плоти. Маркел Галатийский, Фотин и Сафроний говорили, что Слово Божие – сила, а не ипостасное существо, что эта сила обитала в том, кто произошел от семени Давидова. А Павел Самосадский говорил, что Отец, Сын и Святой Дух – простые имена, приписанные одному лицу. Арий говорил, что Сын есть творение. Аполлинарий Лаодикийский говорил, что он не принимал разумной души. Итак, посмотри, как все эти еретики падают от одного почти удара, будучи образом Божьим. Как же вы, маркелиане, говорите, что слово есть сила, а не сущность? Образом Божьим называется сущность Божия, точно так же, как образом раба называется природа раба. Как же и ты, Самосадский, говоришь, что он начал свое бытие от Марии, ибо он предсуществовал во образе и сущности божественной. Но посмотри, как падает и Савелий. Не почитал хищением, говорит апостол, быть равным Богу. Равный не говорится об одном лице. Если равен, то кому-нибудь равен. Таким образом, ясно, что речь идет о двух лицах. И Ария опровергается многими способами. Образом Божьим, то есть сущностью. И не сказал бывший, но будучи образом Божьим. Чтобы подобно изречению «Я есть сущий» исход 3.14. И еще «Не почитал хищением быть равным Богу». Видишь ли равенство? Отца сыну. После этого как же ты говоришь, что отец больше, а сын меньше? Но посмотри на безрассудное упорство еретиков. Сын, говорят, будучи малым Богом, не почитал хищением быть равным великому Богу. Но, во-первых, какое писание учит нас, что есть малый и великий Бог? Так учат эллины. А что и сын великий Бог? Послушай, что говорит Павел. Ожидая, говорит, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу 2.13. Затем, если он мал, каким образом он почитал хищением себе быть великим? Кроме того, Павел, имеющий в виду научить смиренномудрию, оказался бы нелепым, если бы внушал следующее. Поскольку малый Бог не восставал против великого Бога, то и вы должны смиряться друг пред другом. Потому что какое же это смирение, когда меньший не восстает против большего? Это одно только бессилие. Смирением называется то, что он, равный и равномощный Богу, добровольно сделался человеком. Итак, об этом довольно. Далее посмотри, что говорит Павел. Не почитал хищением. Когда кто-нибудь похитит что-нибудь, боится отложить это, дабы не потерять не принадлежащее ему. А когда имеет что-нибудь от природы, легко пренебрегает этим, зная, что он не может этого лишиться. Если, казалось бы, отказывается от этого, то опять он и восприимет. Таким образом, апостол говорит, что Сын Божий не убоялся унизить своего собственного достоинства, потому что он имел его, то есть равенство с Богом Отцом, не через хищение,
но признавал это достоинство принадлежащим своей природе. Поэтому он и избрал уничижение, так как и в уничижении сохраняет свое величие. То есть Иисус Христос, Господь, это Сын Божий по природе. И став человеком, он не боялся стать человеком, чтобы потерять это достоинство. Потому что оно ему принадлежало, принадлежит и будет принадлежать всегда. Филиппийцам 2.7. То есть о Христе дальше читаем. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Толкование. Толкование Феофилакта Болгарского. «Где те, которые говорят, что он сошел не добровольно, а исполняя повеление? Пусть знают те, что он уничижил себя, как Господь, как самовластный». Говоря образ раба, этим самым апостол пристыжает Аполлинария, потому что принимающий или иначе природу раба имеет и душу вполне разумную. Это значит, что Господь не все имел наше, но чего-то и не имел именно. Не родился по естественному порядку. Это первое, что не имел Господь. Что не имел Господь? Не родился по естественному порядку. Он родился особым образом. И второе. Не грешил. Но он не был только тем, чем казался, но и Богом. Не был он обычным человеком. Поэтому апостол говорит подобным человеком. Потому что мы душа и тело, а он душа и тело и Бог. На этом основании, когда апостол говорит «в подобии плоти греховной» Римлянам 8.3, то не то говорит, что он не имел плоти, но что плоть эта не грешила, а была подобна греховной плоти по природе, а не по злу. Таким образом, как там подобие не в смысле всецелого равенства, так и здесь он говорит о подобии в том смысле, что он не был рожден по естественному порядку, был безгрешным и не был простым человеком. Так как апостол сказал, что уничижил себя самого, то чтобы ты не счел это дело изменением и превращением, он говорит, оставаясь тем, чем был. Он принял то, чем не был. Природа его не изменилась, но он явился во внешнем виде, то есть во плоти, потому что плоти свойственно иметь вид. Ибо когда он сказал, приняв образ раба, то после этого осмелился сказать и это, как бы этим заграждая уста кому. Прекрасно, он сказал, как человек, так как он не был один из многих, но как один из многих. Потому что Бог Слово не превратился в человека, но явился как человек. И будучи невидимым, явился, имея вид. Некоторые же толковали это место так. И образом, как уже истинно человек, как Иоанн говорит в Евангелии, славу как единородного от Отца, Иоанна 1.14. Вместо того, чтобы сказать славу, как прилично иметь единородному. Потому как означает и колебание утверждения. Ну, возможно, не все всем понятно. Да, уже не вмещается. Не вмещается, да? Сегодня ну, давайте на сегодня. Да, на сегодня а тут осталось 11 стих, мы дочитаем, и все, совсем. Ну, да, тут сейчас сложно, потому что два послания одновременно. Напрасно, да и не надо ставить. Да. Не, не надо было его делать. Одно с одного совершенно, либо другое вообще. И ничего, да. Говори о чувствованиях, о чувствованиях. Еще ты сказал, да я буду читать, и фокс, ничего не надо комментировать. Ну и что дальше? Ты сделал с доброго, что? Чувствования, они должны быть однозначно такими, как во Христе. А Христос каким был? Кротким, смиренным. А у нас нередко друг друга обидели, и на всю оставшуюся жизнь эта обида держится. Несмотря на то, что и через покаяние проходим. Только как оно проходит, это покаяние, непонятно. Вот я хотела еще сказать. Две субботы толкуем о том, что вот, значит, у нас братья ушли, да братья такие, да все. А мы-то лучше, что ли? Вот посмотрите, в субботу не ходим. Игорь же сказал, критикуем священников, всех и братьев. Так вы сходите к этим братьям, поговорите, разузнайте, а то вот они блудники. Да кто среди нас не блудников-то? Мы, собственно говоря, если даже замужем, не были венчаны, это уже блуд. И нет у нас любви друг к другу. Вот и милосердие. Вот отсюда и надо начинать. Раз нет любви, мы уже не бежим никуда, ничего друг друга не делаем. А если скажем, уколем так, что... будет так горячо, неизвестно как. Вот я считаю, что надо прежде всего любить.
вот самого себе люби и люби своего ближнего, понимаете? Тогда у нас будет что-то. А у нас тоже община. А что за братья блудники? Главное, вы немножечко, так сказать, преувеличили и на пессимистическую такую ноту свели нас, что мы такие все блудники, грешники, великие и лишены всякой благодати. Ну ладно, насчет может, мы нас блудников, а что братья, которые ушли, как прошли через исповедь и покаяние, да, теперь, конечно, про кого? Грешить мы грешим, как только открываем глаза, но мы имеем возможность пройти через исповедь, через покаяние, поэтому имеем всегда возможность принять великую тайну и через это осветиться. А то, что ушли, ну они ушли и выбрали сами себе свой путь. Другое дело, что нам всегда нужно помнить об этом и не падать самим об этом, но всегда помнить. Подожди, это сестра, она, конечно, в эмоциях тут и так далее. Апостол Павел обращается к коринфянам: святые и возлюбленные Богом. Да. Да. Ну и так и что вы тут там наговорили сейчас? И что, Бог любит блудников, что ли? Подождите, это неправильно. Вот те, кто ушли, они не были наши, как говорит апостол Павел. И через то мы узнали. И через то только мы узнали, и только через это узнали, что они не были наши. Вот сейчас вот мы сидим, среди нас есть тот, кто не наш. А может, несколько человек. Мы его не знаем, пока он не уйдет. Вот он уйдет, а вы скажете: ну здорово так в гадалки играть. Вы читайте апостола Павла чаще. И тогда не надо играть никакие гадалки и придумывать ничего не надо. Да никто гадалки не придумывает. Вот почему? Надо, почему? Почему я тяну постоянно руку? Вот почему? Скажите, почему? Потому что я только на 22 раза вот своими глазами Библию от корки до корки прочитал, 77 книг. Это только прочитал. Я прочитал толкования Лопухина, вот такие томы. Я их читал до конца. Почему? Потому что я знал, что мне нужно это. Я читал Златоуста почти все 12 томов, и не на один раз. И поэтому я руку-то тяну. У меня кое-что в голове просто немного осталось, но я уж точно Духа Святого не назову силой. Понимаете? Поэтому, когда вы начинаете уже говорить, вы немножко тормоза тоже, знаете, сестры? Да, да. Не блудники здесь собрались, не блудники, церковь святая и непорочна. Да, а если вы так думаете о себе, то вам недалеко уже до того, кто уйдет. Она поэтому имеет... давайте уже посерьезнее. Она имела в виду прошедшее, то, что было, за то Бог. Ну, вы так сказали, что вообще ничего не происходит. Все, ну все, понятно. Ты не хвались о том, что ты прям один читаешь, остальные не хвалишь. Ну, я про это и говорю, да, хвались там и так далее. Я только хвалюсь Христом, что Он есть. Потому что другого-то я не читаю ничего. Брат и сестра. Вот вы уже начали склоку, непонятно зачем. Во-первых, вот Любовь Петровна говорила про любовь. Она Любовь Петровна и говорила про любовь. Вот сейчас, да. А да, главный любила. Признак любви так какой? Терпение. Нет. Терпение. 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 Смирение. Любовь перестает. Нет. Жертвенность. Жертвенность. Вот когда жертва есть, когда Иисус Христос жертвует, вот тогда это главное проявление любви. Когда ты жертвуешь ради ближнего своего, тогда есть признак того, что ты любишь. А когда ты помнишь себя, когда к себе любви ищешь, как у нас были такие люди. Вот у нас нет любви, потому что меня вот не любят и меня не ласкают постоянно. Я хотела сказать в защиту отца Иоакима. То, что вот брат сказал, вот батюшка там защитница. Не очень. А я хотела сказать, вот посмотрите, как он мирно, как, с каким смирением он наводит вот это все, что община наша не просто так вот, а посмотри, сколько священников, и ведь приезжают к нам в Потеряевку туда, и я не знаю, это нельзя, в поезде, я с ним лично вот ездила, сколько раз, он проповедует, и зря ты так играешь. Ну и о больных я хочу сказать, Иди Тихо, значит, сегодня не просто так. Слушаем, тихо. Всех поздравляет, и он повредил себе палец.
И вы знаете, как он лечится, что это для него пустяк как бы. А здесь, видимо, очень серьезно, потому что просил всех помолиться. Помолились. А батюшке надо все время молиться. Он вид вот последний раз очень такой тяжелый у него был вид. Анну Кузьминичную из больницы выписали, слава тебе, Господи. Аллилуйя. Получше она себя чувствует, бодро, так это молодец. Маргарита, Татьяна. Почему Маргарита дела лучше? Она сейчас выходит на улицу. Даже вот у них там дом такой китайской стеной можно назвать. Она 4 подъезда туда и сюда прогулки делает. Вместе с дочерью иногда ходит. В магазин она может нести только не больше, чем 0,5 литра молока. Руки начинают у нее трястись. Сидеть она вот как таковая, вот просто как мы сидим, тоже не может. Ей нужно сидеть вот... Ну, на таком выше. Специальном стуле повыше. Вообще дела у нее лучше, настроение лучше. Да, улыбается, а анекдоты боли, даже рассказала мне. У нее боли такие, которым она радуется. Вот как начнет Евангелие цитировать, значит все отлично. Не надо. Она Библию читает. И последний раз у нас беседа была с ней. Ну, я сейчас не могу, не вспомню, не расскажу. Ну, в общем, она читает, Библию читает и книги церковные читает. Спасибо. Да. Слава, я еще докончу, пожалуйста. Хочу вас очень попросить еще о Галине Ивановне Силиной помолиться. Она вот буквально позавчера, она уже при смерти была. Давление за 200 и вообще даже... Да помоги. Сейчас вот дверь открыла, говорит, даже дверь, чтобы открыта была, потому что муж лежит, не встает, она за ним ухаживает. И сама вот такая вот в таком тяжелом состоянии. Она ходит, да? Она готовит, но ходит в церковь, да, но... Постоянно она ходит. Там она увидела счастье. Ну еще, звонила Варя из Казахстана. Всем низкий поклон. Это уже не первый раз, она беспокоится. Но все-таки как про лагерь-то? Как о лагере? Будет или не будет? А я говорю, будет все равно. Ну и все. Так, и еще звонил врач из Донбасса. И это желает в Потеряевку очень. Я верующий. Как там соединиться? Он желает на этих, значит, телефон, чтобы он с ним... Смотрю ваши ролики и прочее. Хочу на роликах красиво. Хотела немножко позанять. Когда попадешь туда. Это Игорь. Вот раньше все-таки мы собирались. Вот начало нашего пути, что ли, мы все время собирались. И мы готовы были, я не знаю, до скольки даже времени сидеть. Нам все интересно было. В лес куда тащились. Да, в лес ходили. Все это было. Сейчас мы уже постарели, подряхлели как-то. И уже ленивые стали, в общем-то. Хочу сказать, вот, не знаю, братья как, да и братья, по-моему, а вот старшее поколение бабушки, все равно, вот мы едем в автобусе, не всегда это, конечно, бывает, но бывает, и ты что-то скажешь слово. У меня два, чтоб он мне сделали, спаси Христос, вас всех, вот. И два было молодых мужчины, где-то, ну, лет 40, под 40, может быть, вот так. Они даже не знали крестного знамения, как сделать. Ну вот, я их думаю, покормлю, они за стол. А я говорю, давай, вы что, не христиане, давайте помолимся. Помолились. Я говорю, и поблагодарить надо. И закончили, когда работу, я говорю, ну, уже уходит, все, как бы, я говорю, да, торопятся очень сильно, прямо, я говорю, а поблагодарить, давайте поблагодарим. И мы помолились, так расстались хорошо. Да как хорошо с вами работать, они. Вот понимаете как? Вот на каждом месте, я думаю, и каждый может сказать Слово Божие. Неужели вот Татьяна, она работает, Надя, они с больными, да постоянно. Вот и видно даже верующих, понимаете? Да слава Богу. Хорошо, что у нас это вот заложено, когда мы пришли к Богу, и в нас сразу заложили, что проповедь – это главное. Вот и хорошо, слава Богу. Главное – Слово Божье. Потом... Да. Да, это главное, когда Господь через Игнатьевича нам вложил вот этот меч, который он вот, ну, сердце горит, когда, я вспоминаю, когда мы с Алексеем были там в этом, во дворце котельщиков, и там была встреча с эгоистами, по-моему. Вот мы там уж с ним друг друга останавливали, перебивали.
в разговорах, проповеди. Горели. Да. Можно мне два-три слова сказать? Мы действительно горели, когда пришли сюда. Мне всегда плакать хочется, когда я вспоминаю. И вот так вот, вот представляю, да, вот Христос. На крест его, и все разбежались, убежали. И так, неужели мы тоже разбежимся от Игната Тихоновича, который нас наставлял? И в субботу со всем народом ходит. Подумайте, сестры, братья. Спаси Христос, сестра, за призыв. Вот я просто представляю, что один стоит, и мы все разбежались. А чего, чего искать побежали? Чего? Да. Всю неделю выспитесь, ничего страшного, можно приходить. Спаси Христос. Прекрасно. По своему опыту знаю, что вот если придешь в субботу, бывает такое, искушение такое бывает, и работы много, там и в огороде, и дома, и на работе, везде хватает работы. Думаю, вот сегодня уж, ну один раз-то можно себе позволить, но не скажу, нет, отойди от меня, сатана, я все равно схожу. И когда придешь в субботу, сделаешь больше, чем ты хотел бы сделать, чем планировал, потому что Господь благословит, потому что ангел... Он записывает каждый наш шаг, который мы совершили в направлении к Богу, а не от Него. Брат Николай, тебе слово. Да. К нашим баранам перейдем. Вот здесь на полке на второй, сестры, лежал магнитофон, желтенький такой, в коробке, новый. У Анны Петровны он был. Значит, это нужно для проповеди. То есть, если кто-то переложил или знает, где он, или взял попользоваться, просьба, ну, если уже не нужен, вернуть. И это он уже человеку, ну, для проповеди. Вот, этот магнитофон. Это Лёва покупал Анне Петровне. Ага. Ну, он тут на общак лежал, как бы вот здесь, вот в казне, в храмовой. Ну, а сейчас раз и нету. Не знаю. Может быть, прибрали, шибко он тут. Я его видел, в том году здесь видел. Да. Сейчас нету. И второе, значит, что послезавтра мы в ночь отъезжаем, к сыну поедем, ну, навестить. Поклон передавает нас всех. Расположен, ну, за путешествующим. Планируем 23 сентября вернуться. Планируем. А там как Богу угодно, может не вернемся. Вы не знаете. Вы потихоньку на своих? Нет. На поездах, да? Да я не знаю, на чем лучше. Тут и поезда падают, и машина разбивается, и сама. Все плохо. Все против нас. А ракета сразу, за раз ушел. То есть, вот все. Ангел-хранитель. Спасибо. Настя, слово тебе. Ну, получается так, что меня атаковали с прокуратуры, звонили, да, просили, говорят, придите. Я говорю, может, не надо, ну что я там буду? Ну, я говорю, может, преступники какие-то, может, что-то натворили, что ли? Нет. Говорит, не натворили, но нам нужно, говорит, взять у вас показания, потому что краевая прокуратура дала нам задание, тролля отрубля. Я говорю, ну не приду. Я говорю, ну, что мне там делать? Она говорит, вы знаете, я тогда вас вызову повесткой, и при неисполнении, при неявлении вплоть до уголовной ответственности. Ну что поделаешь, и детей, нам нужно их опросить по лагерю. Но у меня там как раз детки все начали как-то хором болеть, то у одного температура, то у другого, то у третьего. Ну, в общем, я немножечко маленько хотела, так получилось, схитрила. Вызывали на понедельник, я пришла в пятницу. У меня там работа была на работе мало, отпросилась, пришла в пятницу. Так, в районную прокуратуру? В районную прокуратуру, это на нашем, на Сибирской. Это центральный район? Наш, индустриального района. Индустриальный район. Да, наш. А вот, и вызвали меня туда и спрашивают. Говорят, вот к нам пришло вот такое заявление от двух, короче говоря, в краевую прокуратуру пришло заявление от двух людей. Ну вот одного фамилию забыла, Протапенко, Протасенко или что-то такое. И мама вот этого Батурина. Вот, что. И там говорит, что. В деревне Потеряевки, что сообщают там, что в деревне Потеряевки находится так называемый православный лагерь, в котором, говорит, так называемый православный проповедник, миссионер Игнатий Лапкин, где над детьми издеваются, что дети, говорит, это... Личное мнение детей не учитывается, в этом лагере дети живут в таких, говорит, ужасных условиях, нет нормальных, говорит, туалетов, кормят только постом, постной пищей. Нету ни качели для развлечений, ни никаких интеллектуальных занятий. Дети находятся без присмотра родителей.